Финальный этап фестиваля конкурса «Мамы Подмосковья» ТОП-10 прошел в Дедовске 15 ноября. Многодетная мама из Звенигорода Любовь Погончикова стала победительницей в номинации «Семейный проект» и заняла второе место в номинации «Ландшафтный дизайн». Любовь воспитывает 8 детей. Дружная семья ведет подсобное хозяйство и выращивает цветы. Для развития семейного дела Торгово-промышленная палата Московской области вручила Погончиковым подарочный сертификат на промокод к специальному проекту по развитию и сопровождению бизнеса.